Недавно я стал счастливым обладателем игрового руля Move Racing и столкнулся с проблемами в освоении этого девайса. Управлять было очень сложно, руль был очень чувствителен, он был тугой, обратная связь мне не нравилась, он тарахтел и все так далее и тому подобное. И как оказалось, на просторах интернета огромное количество ссылок, где люди задают вопросы и сталкиваются с теми же проблемами, что и я. У меня даже были моменты, когда я хотел бросить этот руль, и мне он перестал нравиться. То есть я прошел все в стадии разных эмоций во время первых там нескольких дней, когда я пользовался рулем, там, от, начиная от первого там недоумения, потом восхищения, потом отторжения, гнев и так далее. Но я все же привык, разобрался, и в этом видео я хочу поделиться своим опытом, как я привыкал к рулю, что делал и какие настройки я использую. Итак, поехали. Пункт первый. Вы должны понять, что играя на руле, вы учитесь играть заново. И от этого никуда не деться. Нет, может быть, конечно, вы сядете за руль и тут же поедете там лучше, чем когда-либо, но тогда это видео не для вас. А так вы учитесь играть заново, потому что управление на клавиатуре или на геймпаде, смотря на чем вы раньше ездили, кардинально отличается от управления на руле. Я играл на геймпаде, и на геймпаде, не знаю, может это только у меня так, используется такая техника, как бы я ее назвал, подрачивание, так как ход стикеров и курков очень маленький, то плавно ездить невозможно. И приходится так слегка подрачивать там вправо-влево и таким образом, как бы входя в повороты. На руле же вы имеете возможность плавно крутить руль и плавно нажимать педали. Вот, это первое отличие. Второе отличие. Отличие в том, что играя на геймпаде, руки просто лежали у меня там на коленях, да, и я играл просто легкими движениями пальца. Здесь же вам приходится крутить руль руками, нажимать ногами, то есть уже двигательный процесс совсем отличается. И третье, для того, чтобы там резко перекинуть руль с одной стороны на другую на геймпаде, это там всего лишь легкое движение пальцев, на руле же это целый процесс. Вот, поэтому вам придется учиться заново. Это первое. Пункт второй. Учитесь играть на одной игре. Вначале я пробовал играть в Dirt 2, в Dirt 3 и еще и в Grid. То есть игры все разные, совершенно разным управлением, и естественно это ни к чему хорошему не привело. Поэтому я выбрал Dirt 2 и начал играть в одну игру. Это мне немножко помогло. Третье. Тренируйтесь. Как ни странно, но нужно тренироваться. Нужно тренироваться, и я сейчас расскажу вам, как я привыкал к рулю и как я тренировался. Итак, настройки руля. В этом пункте, где выбирается чувствительность руля, я поставил 100%. То же самое у меня стоит для педалей газа, да, или как она называется, и тормоза. В игре, забегая вперед, скажу, у меня тоже стоит 100% чувствительность руля. Хотя вначале я пытался уменьшать, но именно такая настройка дает возможность как бы совместить движение моего руля с игровым рулем. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Обратите внимание, что если вы создаете отдельный игровой профиль для игры, вот как у меня, то вот эти настройки у вас будут индивидуально для этой игры. То есть, если вы поменяете профиль, у вас эти настройки вернутся на дефолтные. Теперь переходим к настройкам обратной связи. Путем экспериментов я пришел к вот таким настройкам. Эти настройки общие для всех игровых профилей. Я, как видите, поставил 50% для всех трех пунктов и отключил вот это, как оно там, центрирование руля. То есть оно по умолчанию отключено, но если вдруг вы в процессе поставили, отключите его. Потому что даже если вы поставите галочку и поставите 0, у вас руль будет все равно умеренно тяжелый. По обратке обратите внимание на то, что если вы вдруг уберете отсюда галочку, то у вас в игре перестанет работать все настройки фидбэка, то есть фидбэка не будет, но руль будет опять же умеренно тяжелый, то есть легкий руль вам не получится сделать. Если вы поставите здесь галочку и поставите все три эти ползунка на 0, то здесь будет немножко уже другая ситуация и уже будет работать фидбэк, но он будет работать вообще на самом минимальном уровне. Я путем экспериментов пришел для себя к таким настройкам, и это позволяет мне делать фидбэк как слабым, так и сильным. Вот, теперь переходим к следующему пункту, это настройки в игре на примере Dir 2. Итак, первое — это настройки управления. Как видите, у меня на руле стоит 5% мертвая зона, а это дает мне
это помогает мне лучше держать машину по прямой, то есть она у меня не сильно реагирует там, на какие-то легкие движения руля. Но чувствительность руля, как я и сказал, у меня стоит 100%. Мертвая зона на педали газа и на педали тормоза постоит по 10%, так как эти педали очень чувствительные. И именно поэтому, как видите, у меня педаль газа стоит аж на 60%. Потому что она очень легко реагировала на все движения, и очень сложно было плавно как бы варьировать усилия. И снизив таким образом, я добился более плавной. Это первое. Теперь, какие я лично использую настройки вибрации отдачи. Они, как видите, очень простые. То есть усилия, сопротивление руля я уменьшил до 0%, потому что лично мне как бы не понравилось. Эффекты дороги, то есть вибрация, реакция на неровности дороги я поставил до 60%. А силу отдачи я снизил аж до 10%. Иногда я поднимаю ее до 20%, если не нравится. Мне такой режим нравится. Что он мне дает? То есть я, с одной стороны, чувствую руль, я чувствую, как он реагирует на дорогу. Он немножко дает мне обратку, но она не настолько сильная, чтобы я там упирался руками и это, там сложно было мне крутить резко руль. И лично мне вот такая настройка нравится. Вот, это индивидуально мое, там пробуйте, что вам понравится. Итак, переходим к следующему пункту тренировки. Вам нужно выбрать зону на карте с ралли-кроссовыми кольцевыми дисциплинами. То есть это Лос-Анджелес, Лондон, Япония. Там вы выбираете гонку на время. Почему вы выбираете такой режим? Потому что этот режим дает вам возможность наворачивать крюки без перезагрузки трассы. То есть вы просто едете круг за кругом, фиксируя как бы лучшее время. И вы таким образом можете ездить бесконечно. Это очень удобно. Хотя вы можете, я в дальнейшем там скажу, что вы можете выбрать и другие трассы. Но для начала выберите эту, это вас не будет отвлекать. В настройках вы можете отключить призрака соперника, чтобы он вам не мешал. Дальше, что мы делаем во время гонки? Мы отключаем полностью обратную связь. Это дает вам руль 100% легким. Он не будет ни на что реагировать. И начинаем наворачивать круги не спеша и аккуратно. Едем максимально не спеша, привыкаем к тому, как машина реагирует у вас на педали, как работает руль, как где его надо подогнать. Довольно быстро вы ощутите то, что вы уже привыкаете, начинаете чувствовать машину, вы чувствуете, где что у вас поворачиваете, вы уже начинаете входить в аккуратненький заносик и так далее. После этого можете включать обратную связь, можете для начала просто поставить галочку, поставить все настройки на нуле, у вас уже будет немножко обратная связь. Потихонечку увеличивайте, смотрите по вашим ощущениям. Очень быстро вы ощутите, что вы начинаете ездить нормально. Самое главное, не спешите, не давите педаль газа в поле. Едите аккуратно, варьируйте нагрузку, так же и в соревнованиях. Покатавшись на одной кольцевой гонке, вы можете выбирать другие типы соревнований, чтобы вам это не надоело. Например, классно гонять на трейлблейзерных трассах на раллийной машине. Да, потому что трассы, они довольно такие быстрые, широкие, на них удобно ехать. Но опять же, едьте аккуратно, привыкайте к тому, как ведет себя автомобиль. Да, и забыл сказать самое главное. В этих тренировках выбирайте раллийные машины. Там вы можете выбрать любые машины для любых трасс, но выбирайте раллийные машины, потому что они более-менее как бы сбалансированные в плане управления и скорости. Ралли-кроссовые машины, например, они очень резкие. Land Rush, они тяжелые и тяжело управляемые и тому подобное. В принципе, на этом все, в этом нет ничего сложного. Вот, это просто мой опыт, как я привыкал к рулю, потому что это было, скажем так, не сразу, я не с первого раза на нем поехал. И впечатления мне были не очень, мне нравилось и нравилось одновременно. Но сейчас я очень доволен, хотя я езжу сейчас там практически на самом легком уровне сложности. Но, тем не менее, я получаю удовольствие и ощущения от игры, ничем не передать. Это не геймпад, и уж тем более не клавиатура. Поэтому дерзайте. Надеюсь, я вам чем-то помог. Всем пока.